Добрый день, меня зовут Дмитрий Золотарев, это компания Ars Magna, и сегодня я проведу для вас тренинг по продаже новой линейки нашей продукции. Коротко о компании. Ars Magna – это украинская компания-производитель инновационных товаров бытовой химии. Второе направление нашей деятельности – это разработка химических формул для международных промышленных компаний. На сегодня мы производим такие товары, как автокосметику, краску для изделий из гладкой кожи, а также новую линейку товаров – по уходу за обувью, которую я вам сейчас презентую. Называется она AM Comfort Life. Эти товары уже представлены в таких сетях, как Эпицентр, Ева, крупных интернет-площадках по типу Розетки, Модной Касты, Ля Моды или Бутика. Около 400 магазинов обувных в Украине. А также этот товар производится на экспорт. В эту линейку входит водоотталкивающее средство для замши, текстиля и нубука, полироль для гладкой кожи с водоотталкивающим эффектом, нейтрализатор запаха с антибактериальным эффектом, а также пеноочиститель. Итак, начнем с нашего главного продукта. Это водоотталкивающее средство для замши, текстиля и нубука. Говорю главного, поскольку сегодня это, в принципе, бум продаж. Клиенты все больше интересуются качественным и действенным средством, а стандартные спрей-баллоны, как правило, не работают, либо работают плохо. При этом в интернете, в принципе, можно найти кучу разного видео, где есть вода и грязь, которая каким-то магическим образом скатывается с обуви, и клиент все чаще ищет, где же его можно купить. Теперь это средство есть у вас. Сейчас я вам покажу на примере кроссовок его работу. Работает это следующим образом. Берем обычные беговые кроссовки. Один из них не обработан. Как видите, вся вода в необработанном кроссовке, естественно, впитывается в его поверхность. Теперь возьмем обработанный нашим средством кроссовок. Как видим, вся вода на кроссовке, естественно, скатывается. То же самое происходит и с грязью. В действительности это средство химия нового поколения. Это так называемые нанотехнологии. На сегодня они производятся всего в 3 странах в мире. Это США и Германия под разными торговыми марками. Ну и также теперь у нас в Украине. Основные плюсы продукта, то есть это то, что мы говорим нашим клиентам, это то, что это средство работает на поверхности минимум 90 дней. То есть спрей достаточно нанести на обувь один раз, дать ей высохнуть естественным образом в течение 5 часов. То есть клиентам мы говорим, что спрей можно оставить, изделие можно оставить на ночь. И ваша обувь теперь будет оставаться чистой, сухой, не иметь никаких белых налетов, остальных неприятных пятен в течение всего сезона. То есть 90 дней – это тот минимум, который мы гарантируем. На самом деле средство может работать гораздо дольше. Второе – то, что касается состава. Состав средства абсолютно безвредный. То есть средство на водной основе, оно не имеет никакого запаха, в нем нет силикона, либо другой токсичной химии. Обувь, как и другие типы изделий, остаются дышащими. Данное средство можно наносить, кстати, не только на обувь, но и на текстильную мебель, одежду, мембранные поверхности или в салон автомобиля. В домашних условиях средство будет работать не один год. Как это работает, можно показать клиенту в дополнительных видео, которые мы обязательно вам скинем. Смыть средство можно только при помощи стирки в горячей воде. Срок его годности – 3 года. Маленького флакончика 50 мл хватит обработать 2 пары обуви на весь сезон. А побольше баллончик 100 мл хватает его на 4 пары обуви. Пойдем далее. Следующее наше средство – это полироль для гладкой кожи с водоотталкивающим эффектом. Наши клиенты часто спрашивали нас, а есть у вас что-нибудь такое же, но только для гладкой кожи. Да, теперь есть. Конечно, полироль в большей степени сделан для того, чтобы придать обуви блеск и очистить ее. Но он также имеет водоотталкивающий эффект. Его хватает на 3 дня. Грязь при этом и вода не впитывается в поверхность гладкой кожи. Основные преимущества данного продукта – это экономичность. То есть вот одного такого флакона хватает на обработку обуви до 20 раз. То есть обувь из гладкой кожи также будет обеспечена чистотой на весь сезон. Наносить средство надо будет, конечно, не один раз на 90 дней, а раз в 3 дня. Состав средства также абсолютно безвредный. То есть он на водной основе, без запаха, без силикона и спиртов. Обувь служит гораздо дольше,
И срок его годности также 3 года. Нейтрализатор запаха. Очень многие сталкиваются с данной проблемой. Данное средство хорошо тем, что продается круглый год. Основные преимущества и отличия от обычных дезодорантов спрей-баллонов – это то, что нейтрализатор устраняет запах и имеет антибактериальный компонент. Одной обработки обуви хватит минимум на 48 часов работы этого средства. Данный спрей удобно брать с собой, как и все остальные флаконы из данной линейки, что немаловажно. Срок годности также 3 года. И еще один топовый товар из линейки IM Comfort Life – пеноочиститель. Второй по продаваемости на сегодня. Сейчас я покажу его работу на примере тех же кроссовок. Возьмем кроссовок, который не обработан водоотталкивающим средством, то есть который будет впитывать в себя любую грязь. Обычный йогурт. То есть... В принципе, это могут быть любые виды пятен, масло, чернила, любая грязь. Пена справится со всем. Сейчас я покажу вам, как она работает. То есть вот пятно от йогурта. Перед нанесением пену обязательно необходимо встряхнуть. Наносим на поверхность. Можно на поверхность, не можно на губку. Главное, чтобы пена не застывала на поверхности. Дальше мы можем брать обычную губку, либо щетку. И простыми движениями вытирать любое пятно. Это могут быть кроссовки, это могут быть пятна на кроссовках, это могут быть пятна на угах, на замшевой обуви, это могут быть пятна даже на рюкзаке или сумке. То есть все, что нам, скажем так, не хочется стирать в стиральной машине, мы можем удалить это пеной. Основные плюсы этого продукта – это то, что он, как я и говорил, очищает любые виды пятен с любых поверхностей. Чернила, масло, грязь, жир с текстиля, замши, нубука. Состав средства на основе кислорода. Он также безвредный, не токсичный. Пятно выводится на поверхность и вычищается. Такого флакона хватает на очистку 20 пар или 20 раз одной обуви. Желательно продавать его вместе с гидрофобом, как один набор. То есть у вас есть грязная обувь, вы хотите ее, можете почистить, потом обработать водоотталкивающим средством и ходить чистыми весь сезон. Также хочу добавить о поддержке продаж. Что мы можем показывать и давать клиенту? Ну, в первую очередь, это видеоролики с гидрофобами, с водоотталкивающим средством. Они по 50 секунд. Есть два ролика. Один универсальный, который показывает все типы поверхностей. И второй – это зимний вариант с обувью. Также есть у нас рекламный плакат на предкассовую зону. То есть его удобно ставить на предкассовой зоне. Тут красивая фотография водоотталкивающего средства. То есть клиент может это заметить и обратить внимание на наш товар. Есть также буклеты с описанием продукции. Тут можно найти все описание по каждому товару. Это удобно как и вам, так и клиентам. То есть можно все прочитать, изучить. Для демонстрации мы можем использовать обработанную салфетку гидрофобным средством. То есть это салфетка, которую можно поливать водой, либо полой, и она не будет впитывать никакой тип жидкости, и клиент сможет видеть, как работает водоотталкивающее средство. Те торговые площадки, которые активно используют данную поддержку, имеют очень хорошие показатели. То есть это от 6 до 8 тысяч гривен в месяц с одной торговой площадки. Хотелось бы добавить, что мы стараемся сделать работу с нами комфортной, поэтому сообщайте нам о своих пожеланиях, как в плане поддержки продаж, так и в идеях. У нас есть возможность воплощать их в жизнь. Спасибо вам за внимание и успешных вам продаж.